Хватит сидеть, спать, просыпайся! Романтика! Самолета, романтика! Ой, девочки, влюбилась! Все здоровья, сестра! Энерджа связи, бэби! Заряжь, как игра! Сил горил уже с тобой! Пристегивайся побыстрее, меняй подгузники! Мы начинаем! Новости дня к этому часу! Сегодня погода нейрокосмическая! Плюс 2! Кстати, блин, там капец, вы смотрите! Ко мне приехали вот такие новые игрушки. Я забыл, что за сорт. Там какие-то, там очень много букв, там хрен знает. Потом расскажу. Они до безумия охреневающие. Они так пахнут, посмотрите. Блин, так вам не видно? Так видно? Видите? Не видите? Ничего страшного. Потом, а что там прилипло, непонятно. Что мне налепили, какую хрень? Они просто потрясающие. Ой, вкус просто внеземной. Охреневающим. Короче, в итоге, да, чем мы все, а идея, что мы ненормальные. В итоге, погода просто потрясающая. Я, прикинь, я сегодня утром вышел, я охренел. Был реально тупо холод, я охренел от жизни. Но потом, как-никак, а я, прикинь, короче, солнца тупо нет, миллион облаков, я думаю, все, и ветер собачий. Я думаю, блин, капец, ну это вообще жесть. Ну за что мне все это? Когда будет солнце? Потом, в итоге, сейчас... Распогодилось. Не, понятное дело, что облаков много. Когда оно вроде солнца есть, а вроде его нет. Непонятно что. Но мы все равно выходим и будем загорать. Мы будем ловить вот эти охреневающие лучи солнца. И, соответственно, вы прикиньте, я заметил, все, что в моей жизни делается, все к лучшему. Соответственно, сегодня у меня видосы закончились по растяжке. Я такой думаю, как-никак, ну, раз погода днища, значит, есть вероятность того, что будут новые видосы. Я вышел, позаписывал видосы. На самом деле, если была бы погода замечательная, видосов бы не было бы сегодня. Они у меня все закончились. Видите? Все, что тупо не делается, все всегда к лучшему. То самое чувство, наверное, кто-то сверху сидит и тупо мне помогает жить. Вся вселенная мне помогает, просто чисто говорит, давай, брат, давай, ну твой выход. У тебя все получится. Топи, бро, топи. Я даже погоду сделаю днище. Выходи, записывай видосы. Прогрессируй, развивайся. А тебе тупо узнает вся вселенная. А тебе узнает весь мир. Ты лучший, бро, топи дальше. Я говорю, вопросы сделай, я сам зиром. Я сразу бомба спустился. Видос, на самом деле, знаете, у меня миллион мыслей в голове. Что записывать, как записывать, с какой целью и тому подобное. Единственное сейчас, просто чисто, знаете, как-никак, вот, как будто опять какой-то произошел такой щелчок, и что-то в башне поменялось. Если меня сейчас спросят, что для тебя важнее, записать видос, как бы ты от этого не кайфовал, или просто чисто выйти без видоса, реально позагорать, просто чисто полежать на свежем воздухе, просто чисто кайфануть от этой погоды, от этой жизни. Конечно, я выберу второе. Серьезно, потому что, знаете, как-никак, по мне так, я это все делаю всегда для души. Чем бы ни занимался своей жизнью, я всегда всем занимаюсь от души, для всеобщего самочувствия. Серьезно. Вы, кстати, знаете, а вы, кстати, видели чаечек? Охреневающий, космический. Посмотрите. Ой. Давайте глоточек сделаем. Сейчас помолчите немножко. Потрясающе, да безумие. Обожаю. Серьезно. Вы когда смотрите какого-то блогера, вы посмотрите, для чего это делает человек, с какой целью, оно сразу видно. Для души ты этим занимаешься или просто чисто ради заработка? Как все это делают? Я смотрю, у меня, допустим, смотрите, раньше собирали просмотры именно, да, на длинные видосы. По 80, по 90, сейчас вообще 20-30. Вы понимаете, если бы я этим занимался просто чисто с целью заработать, еще какую-то херю, я бы ничего не снимал, как всем. Все видят и все постоянно в Ютубе сейчас ноют. Просмотры упали, непонятно что, алгоритмы хреново там работают. Ты бери и занимайся любимым делом. А раз ты ноешь, значит ты просто тупо помешан и нацелен только на бабло. Человек, который делает это для души, просто чисто для кайфа. Он прется от того, чем он занимается. Ему плевать, какие просмотры. У меня вообще 20 просмотров, у меня в жизни так мало не было. Даже когда я начинал. И ничего, я как записывал видосы, так я записывал. Я это делаю для себя. Я просто чисто, знаете, как-никак, это какой-то своего рода какая-то зависимость. Я уже без этого не могу. Я просто прусь от этого. Я вот сажусь просто чисто перекусывать. Я понимаю, что вот если камеры нет, значит, получается, блин, капец, значит, что-то тупо не то.
Надо обязательно включить камеру. Надо с вами поделиться позитивом, едой. Шучу, едой нельзя делиться, помните? Бам-бам, цитатки от энергии. Нужно просто чисто вам поднять настроение. Себе поднять настроение. В первую очередь я это делаю для себя. Я кайфую от самого себя. Я просто прусь. Я смотрю на свое отражение в камере. Я понимаю, что я такой, прикиньте, во всей тупо вселенной один. Других людей таких нет. Кто бы как не хотел смеяться, как я вот так. Никогда тупо в жизни не получится. Знаете почему? Потому что у каждого человека своя фишка в этой жизни. Объяснил, красавчики, запиши опять цитатки от энергии. Как бы вы ни хотели быть мной, вы никогда в жизни не будете. И это глупо быть другим человеком. Вы должны для себя найти в жизни то, от чего вы кайфуете. Вы знаете, вы должны влюбиться в самого себя, в саму себя, я не знаю, кто ты. Или в само себя. Без разницы, 21 век на дворе, вообще пофиг. В итоге, вы должны заниматься любимым делом и найти свои фишки в этой жизни. У меня, допустим, да, мое легендарное охреневающее, это смех. У кого может быть какая-то другая фишка? Кто, допустим, что-то там какие-то цитатки говорит новый, да? Соответственно, там, я не знаю, там голос, без разницы, харизма. У каждого тупо все свое. Так зачем ты смотришь на другого? Меня на самом деле всегда выбешивало и до сих пор выбешивает. Когда мне пишут, ты меня сравнивают с какими-то бедолагами. Ты, говорит, похож там на какого-то блогера, там, я говорю, кто это такой? Кто это? Ну, это там какой-то известный. Да мне вообще до фонаря кто это? Вы хоть раз видели, чтобы я кого-то смотрел? Мне вообще пофиг. У меня настолько интересная жизнь, что я тупо занимаюсь своей жизнью. Я, кстати, знаете, вот в Ютубе, если раньше смотрел там каких-то, да, там спортивные каналы, каких-то блогеров, фуд-блогеров, было просто чисто интересно, что там кто снимает. На данный момент, я не знаю, как будто такой произошел щелчок опять в жизни, и просто стало тупо пофиг на все. Единственное, что я хочу в этой жизни, это просто тупо наладить свою жизнь. И абсолютно без разницы, кто там чем занимается, кто что снимает, для чего. Как там один мне говорит, а сколько ты хочешь подписчиков, ты видишь, у тебя актив не растет, а ты... Да мне до фонаря. Растет, не растет. Если бы я этим занимался, соответственно, не для души, а просто для какой-то хери, я бы уже бы ничего не снимал бы. А раз я снимаю и продолжаю снимать, значит, я от этого кайфую. И я получаю удовольствие. Я просто знаю, что есть люди, пускай их очень мало, но они есть, которые тупо с тебя кайфуют, которые те люди, которые проходили, которые с тобой фотографировались, да? Которые просто чисто хотели с тобой вживую пообщаться, потому что, знаете, как-никак, вот, когда на видео записываешь, это одно. Когда ты вживую общаешься с человеком, это совсем другое. Ко мне многие проходили, говорили, блин, капец, ты вживую, ты реально, ты намного активнее, ты просто чокнутый. Очень круто просто чисто с тобой, просто банально постоять. Это же круто, когда чисто человек заряжается твоей энергетикой. Когда ты, соответственно, прешься от того, что от тебя люди прутся. Вы понимаете? Все в этой жизни взаимосвязано. От тебя прутся люди, ты прешься от них. Вы понимаете? Вы логику, тупо связь улавливаете. Нет вопроса, выйдите. Поэтому, знаете, ребятухи, бананку будете, я с вами поделюсь. Я говорю, банан, вопросов не хотите, как хотите, сам съем. Серьезно. Вы должны просто чисто найти свою стихию в этой жизни. Я, знаете, просто чисто вчера зашел, короче, в свой телефон, в фотогалерею. Если вы хотите посмотреть, что у меня в фотогалерее, поставь лайк. Если не хочешь, ничего не делай. Вообще пофиг, все равно не покажу. В итоге, я, прикиньте, мне попался опять видос. У меня были сохранены ледовые вот эти вот подкатки. Господи, это безумство. Я настолько опять захотел на этот долбанный лед. Просто от энергии реально разрывает. Просто выбешивает. Ты думаешь, блин, капец, да, бэби. Видите, если бы человек чем-то занимался не своим, его бы никогда в жизни к этому не тянуло. Знаете, мне многие, когда я только стал заниматься спортом, все мне говорили, бедолаги. Он говорит, у тебя ничего не получится. Ты что, говорит, прикалываешься? Какой ты спортсмен? Что ты там из себя корчишь? Я даже стал заниматься. Мне было плевать. Всегда было плевать на мнение окружающих. Когда ты добиваешься каких-то результатов в спорте, да, в жизни, вообще во всем, тебе люди говорят, ненадолго. Раньше говорили, у тебя вообще ни хрена не получится. А потом стали говорить, да ненадолго. Ну, попробовал, ну что-то. Ну и здесь останешься.
Как ты где-то был, валялся, так и валяйся. А когда, соответственно, ты доходишь до мирового уровня, когда ты начинаешь гнуться, да, как охреневающий гимнаст в том же плане, тебе говорят, ни хрена себе,